Ради славного труда, ради вольности веселых собрались мы сюда. Первый тост за народ, первый тост за наш народ, за святой девиз вперед. Для того, чтобы народ дружно двинулся вперед, терпеливый наш народ пусть последний грош пробьет. Господа, господа, серьезнее! Пьем с надеждою чудесной, из бокалов полновесных, пусть и в будущем спасет наш всевечный, наш всесильный, наш святой девиз вперед! Цесаревич Николай, ты себе не унывай, если царствовать придется, то уже не забывай, что полиция дерется. Три татушки, Володька, перестань, невозможно. Господа, позвольте, я вам представлю. Это мой земляк и друг детства Самгин, Клим. Поздравляю. Поздравляю, замечательно прекрасной невесты. Мерси. Невеста умопомрачительна. Господа! Александр Васильевич, преподаватель риторики у нас в театральной студии. А в Петербурге студенческие беспорядки. Взял академический отпуск. А я за Москву. Обожаю Москву, горжусь, что я москвич. Благоговейно хожу по улицам ДАС. Толстого льва, льва с дважды встречал. А когда Мария Ермолова на репетицию едет, я среди улицы на колени встать готов. Разрешите рекомендовать Померанцевой. За Москву, господа! За мою невесту! За мою невесту! Вот о таких русских женщинах Некрасов забыл написать. Коня на скаку остановит, в горящие избы войдет. Это красиво. Вот суметь быть на сцене, да, и не спать с антрепренером, это скажу я вам. Горько! 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 А вот Лидия упрекает меня. Дескать, польстилась девушка на миллионы. По ее мнению, смело брали в шалаши, но я актриса. Подивильная. Мне вот Александр Васильевич так и говорит. У вас, Алиночка, совершенно отсутствует... Драматизм жизни. Вот, понимание драматизма жизни, да. А по-моему, счастье женщины возможно лишь при условии духовного общения. Ой, Клим, это я уже слышала. Вероятно, и лягушки квакают об этом же. Но я всегда предпочту. Цинизм лицемерию. Володя, к роялю. Сладострастные тени на темной постели окружили, легли, притаились, манят. Наклоняются груди, сгибаются спины. Веет жгучий, тягучий, глухой аромат. Алина, нельзя же так в такой день. И без силы подняться, без воли прижаться и вдавить свои пальцы в округлости плеч, словно труп наблюдаю бесстыдные тени в раздражающем блеске курящихся свеч. Твоя власть, твоя, ни царя, ни его нет, твоя. Наблюдаю в мерцании колен изваяния, белобраморность бедер, оттенки волос, а дымящее пламя взвивается в вихре.
смывает тела в разноцветный хаос. Уведите ее! Господи, что происходит с молодежью? Ты чего мила, котенок? Гибельно мила, до тебя даже дотронуться страшно. Дотрагивается, ничего. Родилась, так живи. К чему это при нашей-то духовной бедности такие нежности? Ой, Клим, вы могли бы хоть сегодня воздержаться от премудростей. А, наверное, от того некоторые торопятся отлюбить, чтобы поскорее остаться человеком, освобожденным от насилия инстинкта. О, это удивительно верно, Клим. Да бросьте вы, Клим, не время и не место. Ведь недаром все противное. Враждебное человеку носит женские имена. Злоба, зависть, корысть. А любовь, радость, поэзия. Глупость, боль, грязь. Мечта, надежда, воля. Ложь, хитрость, жадность. Жизнь, борьба, эволюция. С детства я слышу эти речи о революции. А вас, Кутузов, странная манера. Вы всегда стоите, выдвинув левую ногу вперед. Воображаете себя вождем, мечтаете о монументе, чтоб стоять под снегом и дождем. Что-то вы все озорничаете. Ой-ой-ой, все-таки не обошлось без умненького разговорчика. Пойдемте лучше кутнем.